Ну вот, я еду в Чехов. С Лилей встречаться. Вот везу частично вкусняшные консервы для наших собачек, которые передала Елена Смагина. Вот, связавшись с нашими девочками ВКонтакте. Вот я у нее забирала, уже немножко привозила в приют. Сейчас везу часть, но остальное потом. Я своим ходом, поэтому много увезти не могу. Вот. Такие. Ну, вот собачьи мясные фрикадельки. Спасибо Елене и ее мужу. Вот. Ну, еще везу вот листовки. Распространение. Вот такие дела. Встреча на Киевском открывается. Ребята, огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Очень рада. Друзья, подходите к нам. Сегодня у нас встреча на Киевском вокзале со всеми друзьями. А ты чего в стороне? Друзья, огромное, огромное вам всем спасибо. Доброго вам здоровья. А еще, ребята, я вас приглашаю, пожалуйста, приезжайте к нам в Чехов. В Чехов, ребята. Ваш адрес, пожалуйста, Валентина Андреевна. Приезжайте в Чехов, набирайте меня, я вас встречаю. Да? Именно в Чехове? Да, именно в Чехове. Какие дни? На связи. Так, девчонки, милые, привет всем, желающие поддерживать Валентину Анатольевну и Лохматиков, приезжать и стать волонтерами в приюте. Могу забирать со стороны Октябрьской, в Бронницы, в этом направлении. Кто может мне составить компанию? Для поездки в приют? Для поездки в приют. Есть. Человека три спокойно можете брать. Ну, машинка маленькая, но поместимся. Вот, джипик маленький, да. Отлично. Один раз в неделю гарантированно, лучше бы, конечно. И телефон надо диктовать. Среди недели. Громко, 8. Четко. 963-711-94-08. Инночка, спасибо огромное, солнышко. Я сейчас размещу объявление в группе. Пожалуйста. И уверена, желающие найдутся с удовольствием. Спасибо, моя золотая. Доброго здоровья. Дорогие друзья, доброго вам всем здоровья. И очень доброе, хорошее, искреннее приглашение на нашу новую встречу. У нас встреча состоится 31 марта. И встреча состоится 21 апреля. Давай вот так сделаем. 21 апреля, воскресенье. Мои родные, место встречи изменить нельзя. Это Киевский вокзал, стоянка возле Бинго-Бом, возле парка, самая крайняя стоянка. Мы обязательно приложим сюда еще для новых наших друзей, приложим карту и ориентиры, куда можно будет подъехать. Я соскучилась, ребята. Я за вами соскучилась. И я хочу не только увидеть вас раз в месяц при встречах. Я приглашаю вас всем сердцем, всей моей лохматой душой я приглашаю вас в гости. Друзья, вы нужны нам. Пожалуйста, приезжайте. Приезжайте к нам не только на встречи на Киевском вокзале. Друзья, приезжайте к нам в гости. Мы очень вас ждем. Мы очень вас любим и очень надеемся на вас. Вы наша жизнь. Вы наша жизнь. А мы для вас, наверное, такой небольшой всплеск совести для каждого человека. Небольшой всплеск добра, небольшой всплеск радости. И знаете, чего-то необычного, чего мы очень ждем, но к чему у нас постоянно не хватает времени, куда мы не доходим. Друзья, лохматая душа – это тепло, это любовь, это ваша гордость. Потому что однажды пройдут года, вы вспомните об этом и с чистым сердцем скажете: «Я там был, я приложил руку, я стоял рядом». Друзья, родные мои, я приглашаю вас и на встречу на Киевском вокзале, и приглашаю вас к нам в гости. Приезжайте, мои хорошие. Буду очень, очень вам рада. С любовью к вам, лохматая душа. Диронет. Нужен Диронет.
или адвокат, чтобы обработать сразу и от блох, и от глистов. Диронет, ребята. Очень нужен диронет. Мы сегодня занимались делами нашими, обговаривали, как, что нам предстоит, и решили, что уже сегодня нам надо задуматься о том, чем мы будем обрабатывать территорию. Через месяц снег начнет таять, полезет трава, а значит, полезут клещи. Ребята, нам все силы надо будет бросить формацию того, что нам нужен бутокс и неостомазан для обработки территории 3 гектара, ребята, 3 гектара. Плюс нам надо будет обязательно купить типа пчелки что-то, чтобы било в высоту на 6 метров минимум. В общем, девчонки, нам нужен распылитель, нам нужен бутокс и неостомазан. Это в самое ближайшее время, что нам необходимо, чтобы не тогда покупать, когда припекло, а уже сейчас потихонечку складываться и купить. Ребята, бутокс продается в литровых банках. К сожалению, это у нас сгорело. Девочки, нам нужна будет скоро защита от клещей. Это очень серьезно и опасно. Кто может помочь присоединиться? Или советом, или еще чем-то, девчонки. Как лучше рассмотреть эту проблему и ваше решение этой проблемы? Внимание! Будьте бдительны и осторожны. В последнее время в интернете активизировались мошенники и аферисты, которые крутятся вокруг тем, где собирают пожертвования в пользу животным, которые нуждаются в помощи. Всегда и во всех ситуациях необходимо сверять реквизиты, которые написаны в темах, с реквизитами, которые расположены на нашем официальном сайте. Если вы в чем-то сомневаетесь, свяжитесь с администраторами через личные сообщения до того, как перечислять деньги. Мошенники могут копировать темы, но менять реквизиты на свои. Никогда и никому, ни при каких обстоятельствах не сообщайте данные своих личных банковских карт. Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам могут прислать аферисты в личных сообщениях. Если есть такая возможность, обязательно постарайтесь сделать скрины и прислать их администраторам. Не дайте себя обмануть.